Российской Федерации Новиков 80-летие со дня образования Красноярского края и пункт новых Петербурга и Петербурга. Я хочу рассказать вам историю с этой выставки. Дело в том, что на ней... Веселья Татьяне Владимировне. Выставка, которую мы сегодня открываем, она уникальная и на то, что люди, уезжая в интернеты, погружаясь месяцами, проживая у кого-то в частных домах, просто на природе, и постигая культуру другой страны, постигают ее дух и ментальность. И это очень важно. Отчетная выставка Красноярского союза художников. Я всех поздравляю.